Итак, друзья, Google представила технологию Google Stadia. Что же это такое? Это технология, которая позволит вам с любого устройства, будь это смартфон или какой-нибудь слабый ноутбук, если к нему есть подключение по интернету, играть в самые современные игры в Ultra HD в 60 FPS. Итак, вот на странице давайте прочитаем, что же пишут у нас о Google Stadia. Принципиально новая игровая платформа. Забудьте об игровых ПК и консолях. Со Stadia для комфортной игры понадобится лишь хороший интернет и любое устройство, у которого есть экран, будь то компьютер, смартфон или телевизор. Начать играть можно прямо с YouTube. Достаточно нажать кнопку «Играть», и через несколько секунд вы окажетесь в игре. Запустив игру на одном устройстве, без проблем сможете продолжить ее с другого. На старте можно будет играть с 4К и HDR при 60 FPS. Со временем Google планирует добавить возможность играть 8К и 120 FPS. Благо, по словам разработчиков, технология масштабируема. Из-за особенностей архитектуры о читерах, хакерах и прочих млекопитающих можно будет забыть, как о страшном сне, да уж. Ну что ж, друзья, из особенностей давайте посмотрим. У 4 FPS мощность, значит, 4,2 терафлопса у графического процессора. У Xbox One X 6 терафлопсов производительность графического процессора. Как мы знаем, сейчас Xbox One X — это самая мощная платформа игровая консольная в мире, в общем-то. Так вот, у Stadia будет почти 11 терафлопс, то есть чуть ли не в два раза больше, чем на Xbox One X. Это просто феноменально. 10,7 терафлопс. Значит, из приятных фич: неактивный захват видео, встроенный в оверлей Google Assistant, возможность присоединения к игре, в которую играет стример. Все это возможности могут в корне перевернуть современные представления об игровом процессе. Если у Google все получится, станет непонятно, зачем нужны консоли. Но новшества затронут не только игроков, но и разработчиков. Если раньше девелоперы были ограничены в мощностях, то теперь об этом можно будет забыть. Выделенная мощность единовременного процессора 10,7 терафлопс. Это больше, чем суммарная мощность PS4 Pro и Xbox One X. Большая мощность позволит улучшить искусственный интеллект, графику, размеры миров и масштабы мультиплеерных баталий. Так что, друзья, уже сейчас Stadia поддерживает многие ведущие игровые технологии. Особенностью станет Unreal Engine и Unity, самые популярные сегодня движки. Не забыл Google и об эксклюзивах. Компания основала студию Stadia Games, которая возглавила Джейм Реймонд, стоявший у руля таких игр, как Assassin's Creed и Star Wars Battlefront 2. Ну вот, Stadia начнет свой путь в будущем уже в 2019 году. Сервис запустится в США, Канаде и Европе. России ждет, ждать не стоит, у нас интернета не будет. Это, наверное, шутник. Конечно, автор статьи очень с юмором к этому отнесся, но я думаю, что в России тоже обязательно будет, потому что у нас тоже есть хороший интернет.